Всем привет, дорогие друзья, всем привет, мои девлята. Сегодня, как видите, я нахожусь в баре Вихе, если вы не поняли, это типа Сампа, то есть GTA San Andreas Multiplayer, но только тут все русское и так далее. В общем-то, у меня 944 рубля, я зарабатываю, и вот, смотрите, полезная команда. Как начать зарабатывать? Пишем вот эту палочку. GPS на английском. И у вас открывается вот это. Важные места, работы и так далее, и так далее. Нажимаете «Работы» два раза, и у вас открывается работа. Допустим, шахта. И вы идете на шахту и работаете. Еще можете арендовать скутер. Как бы я купил, кстати, машину. Да. В принципе, я сейчас покажу, как арендовать. Вот скутер, 100 рублей. Вот. Извиняюсь, если громко. А скутер... И все, вы едете на шахту и работаете. Сейчас мы приедем к шахте, и я вернусь. Так, ребята, ну что ж, мы уже подъезжаем к шахте. Да. Не забывайте вводить команду GPS, и тогда вы найдете там работы. Так, ой-ой-ой, я не туда въехал. А, нет, туда. Все правильно. И я сейчас покажу, как зарабатывать. И, несмотря... блин. Ладно. Когда вы слезете со скутера, вы как бы... Ну все, это уже не ваш скутер, у вас не отключает этого транспорта. Когда вы едете, не забудьте нажать на спидометр. И у вас покажется там дверька, двигатель и так далее. Вы нажмете на дверьку, и транспорт будет открыть, и тогда вы сможете снова на него потом сесть. Но все же надо отказаться от транспорта, когда вы идете работать на любую работу. Вам надо отказаться от транспорта. Вот, это команда, чтобы отказаться. Все? Да, действительно хочу. Дальше. Хотим устроиться на работу шахтера, допустим, и устроимся на работу шахтера. Здесь вы работаете почти на каждой работе, я так понимаю, на каждой работе вы получаете по 324 рубля или чуть-чуть больше. 374, вот такая вот. Так вот, здесь можно покупать автомобили всякие разные, но тут стоит не очень дорого. Например, инвалидка, наверное, вот, кстати, когда вы... Вот это делайте, не нажимайте кнопку вот, человечка этого. Иначе у вас собьется, и вы должны заново идти. Так вот, инвалидку я купил за 20 тысяч. Работал шахтером. Да. Вот, 374 рубля дали. Если хотите выйти, да, действительно хочу закончить. И вам перечисляют деньги. Чтобы присесть на два раза, чтобы встать два раза. Сейчас я еще... так, GPS введу. Так. Автосалоны. Вроде бы не то. Так, вроде бы кар. Да. И куда я его загрузил? Я не понял, где моя инвалидка. Вот, блин, спасибо. Мне еще лагать начало. Сейчас. Кар. Выгрузить транспорт. Все, отлично. Здесь есть множество машин, которые стоят дорого. Но сейчас мы поедем в автосалон. И тогда посмотрим, поскольку там еще были мотоциклы и что-то еще. Да. Так, ребят, вот мы и подъехали к автосалону. Сейчас мы встанем. Кстати, да, вот. Нажимайте на спидометр. И дверька... Открыть транспорт. Все. Я могу потом сесть на него снова.
Так, мы вошли. Тут дорогие машины, но вы не переживайте, потому что когда вы подойдете, кстати, почему-то здесь машины прогрели, то тут будут отечественные, и вы сможете купить вот такую инвалидку, как у меня. Ладно. Сейчас мы снова подойдем, потому что тут есть мотоциклы. И мне интересно, скутер 15 тысяч стоит. Мотоцикл 100 тысяч. Ну, в общем, понятно. Тут очень дорого, ребят. Но ничего, вы можете накопить. Иномарки, допустим. Volkswagen 300. Да, удивительные цены, конечно, слишком дорогие. Но все же, можете купить инвалидку, как я. А что такое премиум? Ну, понятно, все. Сейчас я покажу вам мою машину, которую я купил. Пока что скин у меня еще такой, но потом я его поменяю. Так, сейчас надо car. Пишем car. Вводим. Вот моя машина. Ваш успешен, ну, в общем, он загружен. Вон моя белая инвалидка. Так, ой, мы падаем. Заходим, пытаемся открыть, но она закрыта, поэтому мы вводим снова car. Нажимаем два раза и нажимаем открыть. Все. Ты можешь закрыть? Нет. Закрой дверь. Да.